Всем доброе утро. Сегодняшнюю нашу зарядку мы сделаем таким комплексом на пресс. Можно сделать несколько кругов, я вам покажу один, и по мере своих возможностей можно сделать 2 или 3 круга. Так, мы с вами опускаемся на спину, оставляем ноги на весу, угол 90 градусов к коленам, суставе, руки за голову, и на выдохе скручиваемся наверх. Стараемся не дергать за голову, все делать будем по 15 раз. На выдохе. Ощущаю, как работают мышцы живота и пресса. 9, 10, еще 5, 4, выдох, 3, 2, 1. Отлично. Далее мы закидываем ногу на бедро и делаем скручивание, включая в работу косые мышцы пресса по 15 раз. Выдох, старайтесь поднять лопатку и плечо по диагонали. 9, 10, еще 5, 4. Старайтесь колено сохранять в одной точке, не делать движение бедром навстречу. 2, 1. Точно так же смена в другую сторону. И на выдохе разворачиваемся. 2, 3. Сильно не заваливайтесь в сторону, концентрируйтесь на том, что работает пресс. 10, еще 5, 4, 3, 2, 1. Далее мы будем работать ногами. Колени подтягиваем к груди, сохраняя при этом корпус наверху. И на выдохе вытягиваем ноги вдоль пола. Если сложно сделать движение, то чуть выше ногами вверх. 5, 6. Вдох и выдох, толчок вперед. 8, 9, 10. Еще 5, 4. 3, 2, 1. Далее мы поднимаемся в положение сидя, оставляя руки сзади, делаем книжечку. Точно так же работают ноги к себе и от себя. На выдохе. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И финальным упражнением у нас будет скручивание. Если тяжело, то пятки будут стоять на полу. Отклоняя спину назад, разворачиваем только корпус. По возможности ноги поднимаем вверх. Это более сложная версия этого движения. И скручивание в сторонах. Тоже на выдохе. 6, 7, 8, 9, 10, 16 раз, чтобы было парное количество. И еще 4, 3, 2, 1. Расслабим мышцы живота, опустимся вниз. Подтянем колени к груди, сделаем глубокий вдох, постараемся прям надуть живот. И выдох, отпускаемся вниз. Еще раз вдох, выдох. И помогите себе встать, захватив себя за колено или за бедро. При необходимости мы можем повторить этот комплекс 2-й или 3-й раз. И на этом наша утренняя зарядка закончена.